Привет. Как дела? Estamos acá para... Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Очень приятно. Очень красивый город. Хорошо, что я здесь. Со мной рядом моя сестра, и я достаточно быстро освоился в городе. И мне очень нравится в Казани. Мне не слабо, но на лысо бриться я не стану, потому что моя сила в моих волосах. Да, Маурисио узнаю, но его невозможно не узнать из-за прически. А меня редко, но тоже узнаю. Однако, чтобы тебя узнали в Уругвае, ты должен быть реально крутым футболистом. В Казани, конечно, узнают чаще. Что касается атмосферы, ее мы по полной ощутили на матче с Ливерпулем. И очень здорово, что наши болельщики не пропускают ни одного домашнего матча. Мы это очень ценим. Может, подколы и были, но мы их не поняли, потому что все было на русском. Когда я пришел в команду, я застал Сесара Наваса, и он очень помог адаптироваться мне в Рубине. Когда мы играли в Перми, погода удивила. Не знаю, сколько было градусов, но ощущение, что все минус 50. Это, видимо, вопрос ко мне. Нет, я не использую бигуди. Все натуральное. Я начал заниматься футболом в 4 года и понял, что для молодого футболиста главное — это поддержка близких и, конечно, нужно много работать над собой. Я тоже начал заниматься футболом в раннем детстве. В моей семье все очень любили футбол. Отец тоже играл, и первый подарок от него был — футбольный мяч. Мне так удобнее играть, ведь на матче мы тоже выходим в шортах. Поэтому я себя готовлю к тем условиям, которые ждут нас на поле. Мы выбрали два вопроса, которые нам понравились больше всего. Ильнур Сафин и Регина Валиуллина. От нас вам достаются по два билета на матч со Спартаком и шарфы. А еще Маурисио нашел двух щенков на улице. Мы их забрали домой, потому что в такой холод их просто нельзя оставлять. Мы сходили к врачу, сделали им прививки, и теперь они ищут дом. Если вам нужен друг, напишите комментарий под видео, и мы с вами обязательно свяжемся.